глазастик. Разглядываешь меня, да? Мой цыпленок. Вернете мне его? А, разумеется. Веду себя как дура. Пора менять профессию, слишком трудно. Нельзя продолжать в том же духе. Клапаны сердца у вас в таком состоянии, что алкоголь опасен. И если написано «медок» на некоторых этикетках, к терапии это не относится. Здравствуйте, я записалась на один из ваших сеансов дегустации. Все в силе? Да, в четверг. Меня зовут Артанс. А меня Жан. Хотите с ней замутить? Я вас не понимаю. Меня зовут Артанс. А меня Жак. Ну все, довольно. Дегустационный процесс состоит из трех этапов. Визуальный контакт, диагностика аромата, и лишь после этого вино пробуют. С женщинами то же самое. Нет, ничего общего. Все в порядке, я поскользнулась. Звучит глупо, но у меня чувство, что мы знакомы давным-давно. Я мечтаю о ребенке, поэтому немного поторопилась. Это точно, явно поторопилась. Я не могу заботиться о ребенке. Ты тоже потерял кого-то из родных? Когда жизнь становится серой, глоток красного идет на пользу. Вкус любви. Она хоть ничего? Пряная католичка. А, кровь Христа. Как вкусно.